Друзья, всем привет! Ну что, флешбеки, мы в Марина Мол. Вот. Я в шапочке, потому что в автобусе так намерзлись, ну, шорты, наверное, выложил уже, просто дует так, что поехали мы, кстати, где-то полчаса. Полчаса, 35 минут, где-то стоит проезд. Ого, чуть больше, ну нормально от нашего отеля. И сейчас от Марина Мол тоже показывали, помню, очки здесь покупала. Большой такой купол, и под этим куполом, сейчас уменьшу, находится Марина Мол. Мы зашли и снова потерялись. Вот. Интересно. Ну, показываем, что в этом магазинчиках есть. Вот уже раскуривают уд. Много мы рассказывали про уды и про ароматы. Есть плейлист специальный. Но запах иногда, конечно, жестяковый. Так, что мы хотим? Прежде всего, в Марк энд Спенсер, да, Наташ? Прежде всего. Все, Марк энд Спенсер, наконец-то. Вот он, красота какая. В прошлый раз было много распродаж. Сейчас не знаю, будет ли. В прошлый раз Наташа была довольна и купила кучу нижнего белья. Ага, я уже вижу, оно там. Сейчас какие-то такие коллекции новые. Понятное дело, что здесь не будет ничего стоять такого недорогого. Кстати, прикольные такие купальнички, не знаю. Ну, интересненькие. Ну, конечно, стоит сейчас будет мега цену какую-то. А, не поняла ни что. Как это сказать? Без цены, бесценны. Что у нас здесь? Это вот 199 стоит. Ага. Наверное, тоже. Здесь есть какая-то цена. Этот 169. Ага. Темненький купальничек такой. 199. Ну, неплохой, неплохой такой. С такой с чашами. Этот, который мне понравился. Такой веселенький. 169. А вот оно все. Вот коллекции такие. Лифчики 129. Но это явно не распродажа. 129, вот это вот такие вот 109, 129, 129. Ага. Вот ясно. Ну, надо пойти что-нибудь недорогое посмотреть, будем показывать, что все люди могут себе позволить, они не такие какие-то дорогие вещи. Вот симпатичная решельешка у Наташи есть из Кении, здесь она купила темную, и во Львове она купила, это Марк энд Спенсер, 169, явно не распродажа. Вот, у меня такая рубашечка понравилась, когда такие прикольные, такие, как ребенок акварелькой наляпал. Ну, классные такие вот рисунки, не знаю, даже линии. Стоит 199, ну, прилично. Кстати, помним, что здесь еще и еда продается. Все, до купачения я пошла рыскать. Наташа посмотрела цены, когда мы вошли, говорит, нет, это что-то не то. Что-то, говорит, нет, не нравится. Вот, много еды, кстати, очень много местных в Ильяне берут, а здесь прям пусто. Всякие интересные такие. Ну вот, это какие-то дешевые уже цены. Редюс, пониженная цена. За 9. Вот какие-то вкусные, наверное, марципашки. За 6. Ага. Маленький апельсин. Кейк какой-то. Кейк прикольный. Это тоже за 9. Вот. Чипсы за 4. Он такого цвета. Я даже не рискну их попробовать. Наверное, очень-очень острый. Ну, всегда стоит какая-то reduced price или низкая цена. Продукты, где срок годности близко уже к прихождению. И скажу, что мы как-то брали, было что-то невкусное. Мне не понравилось. Уже входим в отдел белья. И здесь вот начинается уже сказка. Ну, не знаю, сказка не сказка, но цены должны быть хорошие. Если найдем что-то, конечно же, покажу. Ну, пока на лифчике таких вот шикарных цен не вижу. Ну, вот 29 трусы бикини. Это классно. Смотрите, какие. 5 штучек. Посмотрю, какие это бикини. Тут фотка должна быть. А, вот же они. Я не увидела. Вот такие вот бикини-трусы. Это классно. Мне, кстати, белье в Marks and Spencer нравится. Я покупаю. Вот такие прям яркие цвета. Класс. 29 за 5, извините. Бывают одни трусы, там где-то какие-то в каком-то магазине стоят 3 доллара. Вот эти будут дороже. А, это тоже бикини? Нет, это боди какой-то. Боди уже будет дороже, я так думаю, потому что они за 49. Бразилия. Ну, бразильские трусишки, да, вот как они выглядят, кстати. Это не в попу трусы, нет. Не знаю, вот бразильские трусы, это в попу казалось. Нет, это стринги, а это не стринги. Высокие ноги, high legs. Кстати, почем высокие ноги у нас? 75, дороговато. А это что у нас? Хайлекс, тоже высокие ноги. Ну, классные цвета вообще, просто приятно такое одевать, вообще как зебра. Красиво. О, очень, кстати, красивые темные тоже. Одни светлые, 4 темных. Вот 49. Здесь что? Хайлекс все еще, да. Высокие ножки.
75 прям прилично, не знаю, что вам сказать. Это у нас low-rise shorts, шортики. Мне, кстати, в шортиках не очень удобно, я вам скажу. Шортики почем? 49. Но все равно, как бы, цена такая, $3 за один трус, можно так сказать. Это, ну, я не знаю даже. Тогда, я говорю, иногда заходишь в Carrefour, там обычные трусы, которые, в принципе, ну, не супер, они стоят, извините, вот такую цену $3. По-моему, здесь распродажа, мне что-то кажется, потому что уже два вместе висит. 75? Да не, вряд ли, подождите. 129. Ага, 129 за два. 129, 129. 129. Не, мы, помню, как-то нашли, где-то сбоку была какая-то распродажа. Что-то такое интересное было. Что, недовольна? Распродаж нету? Зря ехали? Не, ну 79, 99, 40. 79, один этот. Ну вот еще лифчик есть, но они какие-то вот 69. Не, ну цена красивых женщин. 69. Это уже... Не, есть трусы по 29. 5 штук. Вот. Единственное, что есть такое на распродажах. Не знаю, уже посмотреть, пошла в каком-то уголке. Почему? Нашли еще. Почему человека грустное лицо? А вот они уголок? А, я не знаю, где-то мы в каком-то уголке смотрели, в детском даже, и мы нашли там распродажу. Так это ж не тут. По-моему, не здесь, да, не в этом магазине. Так, ну давайте, вот сейл 29, кстати, вот, Бразилия. Хотите бразильские? Или кто-то уже мерил? 49 было 29. Наташа, здесь на трусы распродажа. Лифчик 89, ну как Наташа сказала, это для нас не распродажа, но это будет прилично. 69 есть. Так, а сколько вот такой леопардовый? 149 три штуки есть. Не интересует? Нет, лифчики. По 50, да. Что-то еще давайте посмотрим. 69 трусы. Ну вот эти вот, но это большие размеры, наверное. Вон. А это... А А это почем? А это один? Один такой. Все-таки женщины. 99. Вот. А трусы, смотри, разные есть на распродаже. Кстати, есть по 35, если есть по 29. Ну, не мне настроение. Взяли и испортили. Ты хотела за бесплатно все. Да. Подожди, 20. 20. Люди. Ну, это мы тогда успешно попали. Ну, может, да. Ну, сейчас посмотрим что-то еще. Вот, ну... Слушай, а у тебя ТБ это... Ну ладно, сейчас выключишь. У тебя это пониже, вот это бразильяна, да, называется? Ой, я даже не помню, как имя, сейчас буду смотреть, вот, слушай. А где была такая фотография здоровая? Здоровая. Кстати, если всегда фотки есть, и там можно определить, какой у тебя размер. Не размер даже, а какой у тебя форма. Форма труси. Носочки почем? Это носочек, да? Носочки симпатичные, прикольные. Носочек. Так, носочки 12, а ночнушечка вот такая в решелешку 129. Ну, блин, прилично, прилично, это не распродажа еще. Ночнушечка, можно? Наташа говорит, опять мы трусы покупаем? Как ты грустно? Ну что, шикарно, посмотри. Стоило 75 за 29. Стринги, да? Посмотрели. Стринги. Вот такие, вот это вот в попу трусы, да. Ну, я думаю, что это бразильские. Что там есть? Кстати, вот эти вот стоят, вот такие вот, вот, 29. От цвета а вот зависит. Эти вот все остальные 49, так что не так все это. А эти остальные 49 стоят, да, шикарные, прикольные. Ну, слушай, 49 тоже там не сильно дорого, но... Наташа говорит, возвращаемся туда, будем там рыскать. Ну да, будем. Цвета хорошие, но хотелось бы скидончик. Ну что, друзья, счастье в трусах мы так и не сыскали. Здесь вот распродажи есть, типа, ну, разные варианты. Написано, да, 35 гривен вещь, такие штаны 79, а стоили там, не знаю, там, 169. Джинсы есть, всякие маечки. Тут написано от 25 до 75, как повезет, если последняя вещь обычно вообще там недорогая цена. Ну вот 119 джинсы. Джинсовая такая рубашечка. А стоила 229. Тут всякие тапочки. Сейчас мы давайте обойдем. Так вот посмотрим. Вот написано. От 35 дирхам, то есть от $10. Всякие такие разные вещи, кофточки, штанишки, тапочки, сумочки. Конечно, в прошлый раз было лучше. Ну, сумочка такая 109 стоит. 109, а вот такая сколько. Тоже на распродаже. Ну, прям почти по одной стало. 69. И вот такая сумочка. Мне такая больше всех нравится. Вот такая простенькая, хорошая. Такая сколько стоит? Такая бесценная. Бесценная сумочка, поэтому цены и нет, что она бесценна. Вот тапочки сколько? 25.
Ну, скажем, не знаю, что-то разочарование пока. Ну что, друзья, какое-то немножко разочарование от Марк энд Спенсер. Сейчас покажем, что мы купили. В принципе, мы уже огласили и будем заедать сладостями. Тоже взяла эти конфетки, которые я вам показала. Интересно. Наташ? Конфетки. А, будем пробовать? Да. Так, смотрите. Показываем, что купили. Показываем. Реально, стоили 75 за 29. Это подарок. На подарок такой красивый цвет. Уже показали. И конфетки за 6 дирхам, срок годности еще 3 дня. Ого-го! Ого-го, поэтому они такие недорогие. Так, сейчас мы пробуем тут же... Сейчас просто при вас их отъем. Сейчас мы по молу гуляем, и хотелось бы уже покушать что-нибудь. Ну-ка. Эть. Ага, вот они какие, смотрите. В смысле, где они? В смысле, где они? Нет, так это ж печенье. Или что это? Не поняла. Объясните. Столько лежечка. Не, вкусная. Долго. Будем идти по молу кушать. Это печенье. Вот печенье, это, шоколадка. Такой тоненький прослоечка, вкусная. Вот я показываю здесь. Вам так ее не видно будет, она очень тоненькая. Ну, цена ему 6 дирхам. Нравится. Вот 6 дирхам, даже меньше. Угу. 75? А стоила она до этого, я даже не знаю. Сколько? Не знаю, сколько стоит. А, ну то. Видите свои варианты, будет интересно. Вот то и хватит, наверное. Пошли вы гулять и кушать печенюшку. Угу. А, зашли в спортивный магазин Sun & Sport, и чтобы вы понимали, тут не то, что распродажи нет. Но знаете, сколько эта сумочка стоит? Вчера за 59 была. Но, кстати, я решила не брать, потому что потом взяла тапочки. Решила уж там себя чуть-чуть не добавить. 125 дирхам. Сейчас Наташе покажу, просто ее реакцию посмотрим. Она-то и за 59 говорила, что это Г, как бы, ну, ей цвет не нравился. Это тоже стоит, интересно. Сколько она стоит, вот эта вот сумочка. Черная, но черная еще там куда не шло. 125 тоже. Вот это нормально, как бы, но не за такие деньги. Ну просто 129. Видите, в Марине молча распродаж нету. А в Львах домой супер. Это уже идет? Хочу, нет, с сумочком. Так, стоп. Смотри, я тебе же цену выложила. 125. Тебе говорю, что в Львах домой реально распродажи есть, в Марине мол нету. Это также 125. Так что за 59 нормально с распродажи. Ну, это дитячие, но это ж не такие. Вот в прошлый раз ты вот за 99 чуть не купила, но один кроссовок был 25 сантиметров, второй 24. А эти сейчас сколько? Эти 149. 149. Но это тоже детские. Ну, детские, но это симпатично. Ну, вот вчера за 99 такие шикарные были. Даже даже походила. Но я что-то вот как-то вот, странно было. Да, их не получилось купить. Ну, реально, слушай. Не, ну за 109. За сколько? Эти 149. 149? Ну, вроде бы, это я не вижу. Ты видишь? Кто-то видит? Да, 149. Это еще нормальная распродажа. Но вообще, Sun & Sport, я люблю магазин. В Ильяне жалко закрылся. Ну, блин, ну, слушайте, тут распродажи обычно всегда. Если вот заходишь, так и сюда что-то есть. Они отличаются от моих? Да. Это New Balance, это Nike. New Balance, кстати, купленный в Индонезии. Кстати. Очень кстати. Ну, еще раз пропою песенку. Тан-тан-тан-тан. Бам-бам-бам-бам-бам. Похоже? Звездные войны. 329 стоит. Почти 90 долларов. 89 чем. Он до высечи. Люда чокнуталка, тебе так не надо. А подожди, а что это они пропагандируют? Это же злые силы, я извиняюсь. Да? Ну, вообще-то. А где йода? Они говорят, приходите на темную сторону, у нас печеньки. Где йода? Сейчас ждем, Наташа попросила кроссовок принести. И что-то уже долго ждем. Ну, серьезно. По просто им кроссовок Nike, вот там вот, вот там Nike. Я думаю, что может девочка просто перешла дорогу и пошла в Nike за кроссовком. У меня питание. Мне они напоминают, между прочим, их форму вот этих белых. Это Tesla, вот эти машины. Mm-hmm. Они мне очень эти формы напоминают. По-моему, это Adidas, да? Это понятия не имею. А кто? Ты кто? Adidas. Adidas. Написано Adidas. Камашка говорит, это йода. Я говорю, какая йода? Ой, нет, просто, а ты переверни. Переверни. А вот теперь ты... йода, да? Да? С бородой только. 300 сколько? 349, да. 100 баксов стоит. А вот это борода, да? Типа? Да, вот это вот борода такая, ну подожди, стоит. Ну йода же, да? Не, ну йода, что? А это стразик еще даже. Вообще не в силу, не в городу, но стразик. Что такое колер? Не знаю, странный колер. Странный. Да, мне кажется, слушай, мы уже минут 5 ждем. Мне кажется, нужно просто в Nike перейти и там найти кроссовки. Дешевле? Ну, не знаю, просто мы уже реально уже 7 минут ждешь. Ой, эти... Классные. Как он? Гуфи? Гуфи, да. А это два гуфи? Да. Боже, мы какие-то это...
Боже, 209. Молодец. 209, тоже как прилично. Кошмар, кошмар. Микки Маус. О, в детстве нам бы такие кроссовочки. Да? 249. Единая цена. Девушка 10-15 минут ходила и говорит, да, нету, есть меньше. Наташа, отходи, паровозик «Солнышко». Мы говорим, разве мы просили у вас меньше? Кстати, вот Найк напротив. Классно, сейчас зайдем просто. Вот такой вот паровозик здесь. Ну что, в Найке все очень грустно, кроссовки по $300-400. То есть, блин, вот как это, да? Один бренд, Найк. Распродажа в Вагда, мол, есть, а в Марина, мол, вообще очень дорого. Зачем? Кстати, мол такой вот пустой, хотя Марина вообще классный мол, и в прошлый раз он нам понравился больше всего. Такое создается впечатление, что вообще народу пусто. Какой-то мол пустой. Так рано утро еще, суббота, ну что ж ты хочешь? Час дня, где же рано-то? Ну да. Ну, так что, распродажи ставить не надо? Не, ну серьезно, а что здесь вообще брать? Что здесь покупать? Все, пойдем. О, вон я, с парфюмом я, с металлом хотела в я. Такие цены. А сейчас приятно удивимся в магазине Яс, да? Все, народ, зашли в Яс. Уже сейчас будем нюхать какие-то новые коллекции. Это фруктовая, это стражалка не было. Карим, Карам, Карим, Ес. Наташа хочет что-то с меня понюхать. Сейчас я покажу. Ну, тут коробочки немножко как-то так поставили, больше бутылочек было. Сейчас коробки, бутылки, ну не знаю как-то. Что-то свежее, прикольно. Ну, то есть не тестером ничего нету, как-то ставлю видео в описании, два раза были, ну вообще, ну что-то это совсем не то. Лампа точно так же мигает и не починена. Ну, как-то не знаю. Коробочку, конечно, да. Тут 9 вариантов духов. Вот это, конечно, да. Вот Эль Гарам, наверное, который Наташа хочет понюхать. Угу. Тестера нет, ничего нет. Что вообще за печаль такая? Как-то Марина Мол в этот раз не радует. Что ли в бренд Фалес пойти, бренд Фаю, там есть несколько вариантов. Харим, но Иназа Аль Гарам. Там есть бутылочка Эль Гарам. Бутылочка вот там есть, Эль Гарам. Хочешь, я покажу? Идем. Не, хе. Вот она. Я уже нашла. У нее такой цвет виски. But it's not tester, yes? No, it's not tester. It's set. It smells if you open. Уж вообще маленькие бутылочки, прям зажигалочка такая вот. Даже так хотела их понюхать. Вкусно? Цвет чая, цвета виски. Аутосток. Еще и не продается. Вообще сплошное расстройство. Потому что один человек купил много. Ну, так вот. Человек купил, вот, а другие люди не могут. Ну, печаль какая-то, слушайте. Идем по молу, пусто, пусто. Не, у нас в Ильяне уже нормально людей в это время. Час дня. Что это за пустырь такой вообще? Ну, соответственно, не распродаж, ничего нету. Ну, что вы хотите? Ну, красиво, пафосно сделано. Ну, и дальше что? Что дальше? Баскин Робинсон где-то вдалеке. Ну, давайте посмотрим, что здесь есть. Красиво сделано, но как-то оформить, чтобы люди приходили. Ой, не знаю. Ну, круто такое, что вообще, что в Дубае моле уже такая тусня в этот день, в субботу особенно. А почему? Сравнить. Не, ну просто бы. На Абу-Даби столица. А где Марина Мол? Один из самых лучших молов в Абу-Даби. Такого не было. Да мы, слушай, сюда в вирус приходили, в масках. Первое видео я как раз снимать начала. Так это вообще, слушай, это вообще... Что-то потрясающее и нехорошее происходит в этом моле. Мне кажется, он закрывается просто. Что вообще ничего нет. Только что в парфюмах Яс были. Так Яс, извините. Она говорит, продавщица, было в каждом моле по Ясу. Сейчас 4 только, в 4 молах есть. Во Львах, где нету. Ой-ой-ой, капец какой. Вообще пустой мол, слушайте. Ну это как-то вообще непонятно.
Ну что, народ, чтобы поднять настроение, Баскин Робинс и мое любимое мятное мороженое с шоколадом. Это очень вкусно. Эта порция стоит, по-моему, самая маленькая, 14 дирхам. Ну как маленькая, такой, хотя мне вот такой дать вообще. Не, мужик. Давай попроще. Вкуснотенюшка. Я очень люблю это мороженое. Впервые как-то в Канаде попробовала его. Всегда старалась найти Баскин Робинс. Что такое? Холодно? Ага. Будешь? Не. Поднимает настроение. Мы решили сэкономить. Не решили не покупать. Поднимает настроение. Вот Баскин Робинс, не знаю. Пишите, какие вы вкусы любите. Я вот именно этот самый любимый. Классный вообще. Супер. А мне нравится вот это в Польше мороженое, которое мы ели. Малиновое и розовое. В той кафешке. Это необычное. Угу. Я не знаю, насколько оно там натуральное, не натуральное, но реально было вкусно. Ну, конечно, в Кении это итальянское, как ни странно, было вне вот конкуренции. Amazing, да, супер. Да, да. И фисташковое вообще супер. Да. Ну что, мы в Максе, здесь распродажи есть. Есть что-то по 40, что-то по 30, то есть 80 долларов. Штаны, брюки, вон топики висят. Что-то хотя бы единственный магазин, где какие-то распродажи есть. Ну, что-то вот такая футболка, допустим. Прикольная, кстати. Надо Наташе показать. 45. Ну, не такая уже распродажа. Топик. Так, топик 30. Не знаю, спортивный больше такой. А вот здесь уже по одной вещи, тут типа все по 10. Ну, такие вот много есть, да, когда вещь одна остается, уже, конечно, ее продают. А, даже не 10, 20. Такая симпатичная, спортивная. Это, наверное, на ребенка. Чуть-чуть на маленькую девочку. Какая 20. Есть вещи, есть. Она даже хочет джинсы посмотреть. Пойдем посмотрим. Наташа уже в джинсах, надо идти туда. Ну, так что там по джинсам? Ну, наверное. Ну, шорты тогда были, я такая, а потом летом. Как-то в камеру тускло, на самом деле такой хороший джинсовый цвет. Надо зайти в Вашингтон, может там будет. Ну, ой, смотри, боже, какая Хилю Китти. Сколько? 30 дирхам. А ну, здоровый. Не, понимаешь, что здоровый. Просто хочу вам показать, что здесь распродажи есть. Такие джинсики. Прикольные, если хорошие. Размер 30. Да, слушайте, хорошие. Девочка такая, талия узенькая, вот это сейчас. Ну да, 30 дирхам, ну это хорошая цена. А джинсы не хочется себе, да, никакие? Сколько у меня уже столько этих джинсов? Ну, вот, слушайте, распродажи, по крайней мере, джинсов есть. Хотя бы вот какая-то, видно, что сейл, хотя бы какая-то распродажа. Вот, нашла Наташу красивую, ну 20 дирхам. Красиво, не, ну красивая, слушай, такая вот сиреневая, не знаю, не передает лавандовый колор. Колор, фу, цвет, господи. Анис, посмотрите, ну... Зачем, ну как это продавать-то? Ну, действительно, это уже за один дирхам просто бесплатно отдать нужно. Зачем? То есть есть варианты, но какие-то варианты... Есть варианты, но их нету. То есть, ну, вообще. Кстати, смотри, как пробили дырку, это будет дырка. Это будет дырка. Помните, мы вас учили, уже даже в Польше показывали видео. Переверни еще, пожалуйста, Наташа. Они не вкололи в это. Никогда не берите, у вас она просто потом разойдется, дырка будет больше и больше, и просто вещь потом выкиньте. Да. Ну, Наташа не сдается и дает Максу и Марине, мол, шанс 30 дирхам. Ну, цвет какой-то прикольный, мне кажется, нужно пойти померить. Мне что-то сейчас от фиолетового я перехожу к фуксии, к обожанию. Называется фуксии? Цвет фуксии? А какой это? Да, я не знаю. Камера не передает. Ну, передает как раз. Не, передает. Я не знаю. Ну, наверное, да, это не фиолетовый, явно не розовый. Все, это, отбраковать. Ну, что это такое? Снова отбраковать. Ну, да, что это такое? Видно, ну, реально, да. А вот это вот, что это такое? Что это? Ну, блин, какую-то вывешиваются, да. Аж за 40 хотели. Так. Такая решельешка. А ну, рубашка решельешка, Наташа. Хочу показать, можешь снять ее? Это еще интересно, кто эти дырки вбивает, когда вот машины. Дырки. Так, 45. 65 стоила. Очень она большая такая. Знаешь, камера такая тусклая, на самом деле она такая повеселее чуток. Кстати, да, но из-за этого искусственного цвета. Из-за этого цвета что-то вообще цвета не передают. Цвета. Здесь хоть яркие такие. Ну, тут по одной вещи, же очень напоминает бренд Фолес, какой-то секонд-хенд. Не говори. О, что такое? Непонятно, что это. Чего? Одежда школьницы? Так а что это такое? Это свитер, а это что? Одеваешь, а это как бы рубашка здесь. Не рубашка, это как юбка какая-то. Прикольно. 40 стоит такое. Ну, как Микки Маус, конечно, мы вешали бы в детстве этого всего. А что, мне нельзя, да, померить? А, померяй. Смотри, мне идет. Господи, что это такое? Смотри, Наташа. Тебе?
Ой, боже, как хорошо и к джинсикам, слушай, ну, не, прелесть нормально. А слушай, смотрите, какие прям пуговички у девушки на рубашке и ой, дай здесь. померяю. Померяю, 25 стоит такое вот. Чокнуться так окончательно. 25, такой свитерок просто вот одели, как я в молча одела, просто вышла и все. Вот. Я брала в бренд Фулес, ждала долго, когда будет скидка, за 20 дирхам, за долларов 5, но мне бесплатно дали, с меня не взяли ничего. Так получилось. Даже поедешь Микки Маус а умереть? 40 это потому что Дисней, наверное, да? Не знаю, вот такой пиджачок, а ну пиджачина с какая. Пиджачина просто лютая. Это что, что лютая? Она бесплатная. Бесплатно, видимо, идет. Да, да. Вот. Тому подошел если Микки Мауса да, берешь, берешь еще и пиджачину с собой. Я хочу померить. Давай. Хотя бы приложить. Что ну, друзья за... мои, лайки, что ставим. Наташа Микки Мауса идет мерить. Не, не хухры-мухры. Наташа Микки Маус. Ой, Наташа с ушами, да? Шушами, шушами. Так, раздевалка грязная и холодная, честно. Я зашла, не знаю, как Наташа там раздевается и меряет. Дубак сильный вообще. А нигде, господи, как дует, нигде и ничего вот встать нельзя, раздевалки. У нас в Максе погрязнее раздевалки были, они, по-моему. Но здесь вообще лежит. Я хотела повесить, вот, зато зеркало есть с одной стороны и с другой. Что вообще? Это какое-то вообще. Я в зал выбежала погреться. Не, ну понятно, вот грязюка какая, что это воно такое? Наталка, ты готова? Пока нет. Пока не готова. Понял. Наташа готова, и, по-моему, она смеется. Блин, тебе классно, реально. Слушай, вообще. А можешь реверанс сделать вот так вот, типа, что вот такое? Чтобы не встать подо мной. Боже, как тебе хорошо. Мне кажется, нужно взять и ходить в этом море. У нас просто будет больше подписчиков. И, или, наоборот, люди отпишутся. Не, люди, не отписывайтесь, не, пожалуйста. Не, ну, подойти это, если тут... Какие-то были тоньше, да, например, ну и обувь. Слушай, я не знаю, она какой-то такой милый. Непременно хорошо. Боже, как прелесть. А может, там спать надо, слушай? Не, ну спать можно может, все, чем угодно. Боже, народ, ну классно, классно, подожди. Напишите. Ну все, так вот ручку сделаем. Как так? И вторую ручку. Как... Мама! Мама! Ты ребенок тебя видел, говорит, мама, не надо. Не надо. Так, народ, ну, смотрите, стоит, в принципе, $11. Наверное, напишите в комментах, что Наташе надо ее купить, и мы вернемся сюда за вот эту, за этой прелестью. Ну, надо подумать, почему не носить. Не надо подумать, классно. На пляж можешь выйти просто. Ну, прикольно. На пляж можешь выйти. Он охранник стоит, смеется, пошел. Народ, просто не поверите, да, Наташа, стояли на кассе, и Наташа хотела взять этого Микки Мауса, ну, там, я уже даже да, носить, но... и, короче, мы открыли этот клипсу, и там, и он такой, знаешь, смотрит, он такой, такой смотрит, такой, блин, я говорю, а у кого, чекайте. Типа, я реально, я понимаю, что я Эмират, это, говорит, нельзя здесь, в принципе, он говорит, пожалуйста, я говорю, простите, у кого мозгов нету, вот такое делать, он говорит, это с какого-то хауса, я не понял, что за магазин, типа Верхаус нам привозит, говорю, а поговорить нельзя, а мы уже им сказали, посмотрите, сколько у вас товара на портике, это не первый раз, когда вы бывает такое вот сюда, куда-то в Максе, вы должны в шоу вбивать. Они просто мимо вбили, там беряка уже. То есть, ну, Наташа постирает она разок и все. Идет, и все, она уже идет. Ну, блин, вот. Мы показывали в Польше уже, вещь. Да, это видео. Ну, народ, сегодня просто совет классный от нашего канала. Проверяйте. Вот просто подходите к кассе, я хочу купить, но, пожалуйста, сначала откройте клипсу. Я хочу увидеть, что все нормально. И, блин. Наташа расстроена, Наташа без Микки Мауса. А было так классно. Без двух. Я пошла. Пока.